Меня зовут Чеботарева Маргарита, мне 6 лет. Я живу в Ростове-на-Дону. У меня есть младший брат Витя, мама и папа. Еще я занимаюсь акробатическими танцами и рисованием. Когда я вырасту, то хочу стать художницей. Еще очень люблю петь. Моя песня любимая. Девочка, девочка моя, потанцуй ты со мной. Осчастлив меня, покажи себя. Еще я очень люблю в садике своих воспитателей, друзей, плов и хлеб с повидлом. Я хочу пожелать своим воспитателям здоровья, счастья, и чтобы они не болели.